Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на серии Black Dragon. Мы опять продолжаем играть с Лёхой. Так, всем привет, дорогие друзья. И, слушай, Эд, я нашел тут ледяную гору для Иви, я ее еще ни разу не находил. А, ну да-да, она вроде только в зимних биомах спавнится. Так нет, я гонял по зимним биомам и никак не мог найти. Я как раз себе хотел Глэсиана сделать. Надо как... Пойду поставлю, короче, там поинт. Угу. А то потом не найдешь. Так, я ща полечу немножко вперед, так как тут чуть-чуть зимний биом, и потом лес начинается. Так. Ща ты пехнешься. Угу. Я тогда назову эту точку Глэсион. Все, отлично. А, слушай, тогда получается рядом с кем заспавнится того и Артикуна? Ну да. Ты пехайся. Отлично. Так, давай. Кол. Кол Эдисон. Так, все. Не спавни. Узбагойся, говори. Окей, я спокоен. Сейчас 60 секунд, я пока тут тоже побегаю, погружу, может. Чувствую, хрен заспанится этот Артикуна. Да. Не видать нам сегодня Артикуна. Ужас. Наверное, не будем вместе бегать, так как больше шанс будет. Только главное оставаться в Ice Mountains. Ну да. А вот я уже прибежал в тайгу. Это плохо. Так, я все-таки на Черезарде. Блин, сколько тут, конечно, камней от Иви. Я не мог найти их вообще. Они, походу, только в Ice Mountains тоже спавнились. Не просто в тайге. Ну, я помню, раньше спавнились в обычном лесу. Да-да-да, я вот и удивлен. Я бегал сколько? Бегал. Так, пишу кол. Я опять могу писать в чем. Так, все отлично. Ну, давай, ты беги в одну сторону, я в другую. Да, я давай, вот, я полечу. Я ленивый, бегать не хочу. Ну давай, я побегаю. Так, это что тут? Еще так Лантурн разочаровал немножко, на нем плавать нельзя. Я так надеялся, качал его, чтобы потом плавать быстро. А Скрилл, не, Скрилл тут не, или тут Удайл? Что Скрилл тут? Ну, спавнится ли тут? А, не, тут вообще из ледяных только пингвин. Воу, я такой фриз словил сейчас. Нереальный. Ужас. О, ты таких видел? Кого? Сейчас, я забыл, как их зовут. Дюгонг, Сил, не нужен? Не нужен. А я, пожалуй, поймаю, почему бы нет. Я даже ни разу... Эх, надо F5 только отжать. Ни разу не юзал этих покемонов. Так. Это водные, ледяные или какие они вообще? Не знаю, честно. Как там Дюгонг? Ой, Дюгонг. И опять пингвин, прикинь, рядом. Да. Офигеть. Он... Так, нет, он у меня в компе вроде. Тут нету. Ice Mountain. Ну, кто-то будет спавниться, нет? Не знаю, я тут вот пока что с дюгонгами балуюсь. Сейчас хочу поймать одного. А пингвин, как назло, вокруг меня бегает. Типа, мол, поймай меня. Так, покебол. Фу, что-то в зимних биомах вообще толковых покемонов нету. Ну, только пингвин. Ну да. И то, не знаю, он меня разочаровал. И то его как бы можно найти даже в обычном лесу. Да, обычно. Поскорее бы еще, кстати, в новых версиях, возможно, добавили, как он называется, Мама Свайн, по-моему, его зовут, покемон, который из Пилосвина. Сейчас. Да, такие большие комки шерсти. Да. Вот. Мне предлагают дать Иви, но я, пожалуй, сам найду. Ну да. Как-то интересней. Я хочу того покемона, забыл, как он называется, с Марипа превращается. Марипа Флаффи? Флаффи, да. Но еще следующая эволюция. Электрическая вроде. Блин, я не видел, если честно. Я вообще до того, как поиграл в этот мод, я не знал, кто такой Марипа Флаффи. Вот.
Так. Разочарование какое-то. Как будто это зимняя биома. Вообще покемонов нету. Тупо на карте никого нету. 2-3 покемона. Да-да-да. Какой-то нищенский. Гасли на меня смотрит с соседней горы. Такое ощущение, что следит, блин. Так. Я в Айсмаунтисах, надеюсь. Да. Интересно, сколько нужно стоять и ждать, чтобы тут все это прокрутилось. Не знаю, я просто бегаю. Сколько этих камней отыли. Это же ужас. Я их найти не мог. Ну, вчера кто-то словил Артикуна. Вроде. Везунчик. Я вообще первый раз такую надпись видел, что типа там легендарный заспавнился там в Ice Biome, Ice Mountain. Вообще офигел такой. А вот Ice Plains... Plains? Не-не-не, да. Там нет, только на горах. Эх, опять на горы. Ну, Забдоса еще вообще капут, как сложно босс словить. Босс какой-то заспавнился, ну-ка пойду убью, почему бы нет. У тебя, кстати же, Shiny Geodude есть? А, нет, у меня, я не стал, я тогда не поймал, я себе Shiny Lantern только смог урвать. А. Ну, у меня вроде 3 Shiny, вроде. Это кто? Вот, Голем, то бишь Гравеллер, потом Агрон и как он? И Сидра, во. Ну, еще один Geodude Shiny, но я его просто словил. Ясно. Блин, а я, короче, только что убил Пиджа синенького, мне выпало как раз-таки Мунстоун, этот электрический камень еще. А. Ну, тебе не нужен ни на кого? Да, пока что думаю, нет. Мне вот на Нидорина очень нужен. Ну, я не знаю, говорят, вроде на 53-му лучше эволюционировать. Ты что думаешь насчет этого? Ну, я не знаю. Не знаю, честно. Как по мне, нет. Чем позже, тем лучше. Ну, я так думаю. Я тоже, блин, ну так не втерпёшь уже, Нидорина просто ничего не могёт. Без эволюции. Надо поскорее его избавить. Потому что, если, например, Пикачу эволюционировать сразу Райчу, то он вообще слабый будет. Потому что он новых атак там не выучит и... Ну, в принципе, темки для этого придуманы. Ну да, только поэтому. Да. Блин, я вижу новую гору, побегу на неё. На ледяную. Вот. Так, нету, короче, никого. У, как меня задрали еще по поводу... Как... О, сейчас, секунду, я нашел вот эту... Абабабабам, как это называется? Покелут, короче, вот это... Да ладно, нашел все? Ага. Первый я раз. Я еще ни одного не встречал. Че, выпало? А, ТМ-ка выпала. Какая? Сандсторм. Вроде на голема что-то такое. Ну первый раз нашел вообще эту штуку. Я тоже, вот я еще ни разу вообще не встречал. Это как бы обновленная, да, версия Покелута? Ну, самая последняя версия Покелута, да. Там, которая только есть. Ну да, ну и для... предыдущие как бы они спавнились только отдельные покеболы везде по миру, а сейчас они спавнятся в таких деревьях. Да. Нет, ну тут они тоже спавнятся по миру, вот обычные покеболы. Это там мастер, да, был? Да. Да. Вот, а такие обычно тоже спавнятся. Но почему-то не спавнятся. Возможно, знаешь, это из-за чего? А, мы же этот мод поставили только после этого, да? После того, как сервер уже был запущен. И, возможно, карта без них уже сгенерировалась. Ну да. Вот, из-за этого. Ну, я думаю, ничего, новая генерация. Ну... Блин. Так, у меня при себе... Да, есть мастербол. У меня 2 с собой. В надежде. Ну да. Так. Нет, я все-таки не могу бежать. Это слишком долго для меня. О, я еще одну такую штуку вроде нашел. Да ладно. Ну ща, не знаю, точно не знаю, но. Везет кому-то. Сейчас ближе прибегу, посмотрю. О! Да ща! Ща. Это или. Надеюсь, мне зато с Артикуна повезет. Хотя, кого я обманываю? Так. Ща. Пока я бежал к этой штуке, прикинь, рядом с этой штукой, с этой деревом, еще отдельный покемон просто валяется на земле. То бишь покебол, который можно открыть. С него выпал. А, хилка выпала. Да. Ща. Весело. А что с этого выпадет?
премьер был. Ну, нормально. Ну да. Так, сохранение. Так. Сейчас все залагало, потому что сохранение. Угу. Вот, все отлично. Если я не ошибаюсь, я еще такую штуку нашел. Где ты там бегаешь, да? Как тебе? Я просто. Да тут просто, знаешь, это зимняя биома, и на карте сразу видно такая красный кружочек такой. Не красный, а черный. Блин, надо полетать тоже. Пожалуй. А ты там сокровища находишь всякие. Тоже охота. Ща, может это то или может это обычное дерево? Ща посмотрим. Ты, я так понял, Молтерса и Райкваза поймал, да? Ну да. Ну и как они сильные вообще попались? Ну да, да, я думаю, да. Райкваза вообще офигенный тоже попался. Да и Молтерс тоже умение прикольные. Самое еще обидное, знаешь, когда ты, вот, к примеру, сейчас найдем, да, Артикуна. Ну, надеюсь. Вот. И начнем ее ловить. И тут очищение предметов. А, ну да, да. Ой, будет весело. Ужас. Может быть, постоять на горе, может, она сейчас такая опа и появится. Может. Да, еще такую штуку нашел. Да что ты там? Ой, чуть не умер. Так, что с него выпадет? Тандерстоун. Ну, нормально. Блин. Где ты там эти находишь-то? Я бегу тут, ничего найти не могу. Так, как обычно. Самый везучий. Я вот думаю, кого электрического поймать себя, как ты думаешь? Электрического? Да. Ну, у меня как бы лантон есть электрический, но он электрическо-водный. Лучше иметь один про запас, так сказать. Думаю, может, желтый он. Тоже в Иви все упирается. Ну да, или электробус, не знаю, тоже нормальный. Электробас, да. Надо будет. Так, я уже почему-то убежал из этих. Так, из гор надо возвращаться. Так, я не знаю, но я вроде еще такую штуку нашел. Да ладно. Не знаю. Да прекращай. Да тут вообще, я, честно, я даже не знал, что они тут есть. Вот сейчас только забежал в зимнюю биому, сразу пару штук. Ща. Или я даже две штуки еще нашел. Да, одну я нашел. Блин, а я лаву нашел. Ну, главное... Кому-то ничего. Да. Ужас. Так, чё тут? Ну, я думаю, самое время заспаунить легенду, давай. Ну да. White Guard выпал. Опа. Я, походу, я нашел ее. Кого? Иви? Такую хрень, походу. Да. Да. Да, это она. Мне повезло. Так, заходим. Мастербол. И что там? Все залагало. Что случилось? Firestone. Ну, тоже нужно. О, еще слышишь? Powerbank. Сразу ультраболт тут. Да? Да. Интересно. Так, три тростника выкину, потому что... Мачо Брейс. Пауэр Брейс. Угу. Не знаю, так себе. Не, ну, как так себе? Вообще, хорошо, что шапка можно продать, сама шапка, как по мне, так себе. Еще одну штуку нашел. Капут. Я вообще не находил эту штуку, вот сейчас за одну серию штук 5 уже нашел, если не больше. Такая хорошая получилась серия. Так. Так, ну сейчас еще одну найдем. А я тут подожди кого-то. Да, Спиро. Тут лес, блин. Пойду-ка я в лес, может, там и тоже новая территория. Вдруг они тут. О, обычный покебол нашел, слышишь? Премьер был. Ой, конец карты. Так, нужно будет побежать. Погнали еще, поищем. Еще один нашел покебол. Обычный. Какой-то поушен выпал. Так. О, еще нашел мастербол. Слушай, вообще отлично.
Это где ты? В зимнем биоме? А, нет, а я из зимнего чуть-чуть вышел, пошел в лес. Да. Так, ну, в поисках Иви, так сказать. Вот, и... О, равно... покемон босс. А, в шахте. Не, отлично. Не в шахте. Магнимайт. 77 уровень, капут. Магнимайт? Угу. Вау. Сейчас. Как камнем там ударь големом по голове. Хм. Я бы ищу какого-то водяного покемона. Ну вот я говорю, я себе взял Маткипа из-за того, что он очень функциональный, в том смысле, что по нему электричество не проходит, и это очень спасает. Угу. Ну я тоже, то есть... наверное, словлю его. Ну его тоже очень трудно найти. Я ни разу не находил, если честно, вот так вот. Нет, находил один раз, но не на записи, решил его не ловить. Вот, потом, короче... Ну, я его находил вроде два раза в болотах, вроде. Ультрабол нашел. А у меня как раз Бульбасавр эволюционирует. Hidden Power открыл, темка какая-то выпал. Возьмем, почему нет? О, и вязал. Эх, везет кому-то, а я не могу найти. Кстати, мне знаешь, что понравилось? В Флаффи можно стричь ножницами. То есть, ее когда правой кнопкой мыши ножницами фигачишь, она как овца постриженная. Ну да, да. Мне это понравилось вообще. Так. Блин, ратата. О, как еще такую штуку нашел. Персиан не нужен. Не-не-не, персиан нет. Так, что с тебя выпадет? Метапод, ну что ж ты на меня нападаешь-то? Choice Band. Choice Band? Угу. Мне, кстати, Power Weight выпал. О, две Иви, нужен? Да. Сейчас, секунду. Я сюда прибегу, если тут, конечно, не конец карты. Потому что я вижу еще одно такое дерево. Так, я не буду на этот раз рисковать. Я бы, знаешь, я даже, наверное, мастербол потрачу. Не, мастербол. Я так долго ее искал. Сломала мне бол. Ну, не мастербол, но... Так, что-то я не понял. Я куда-то выкинул свой бол. Кол. Ой. Хиро. Кол. Так, ты поэсепт? Да, нет, я не тебя принял. А у меня на 60 секунд это хрень. Не знаю почему, я вообще ничего не писал. А я какого-то скорпиончика призвал. Я помню, у меня был лаг, когда я ловил этого Бульбасавра, да? Я его напал, кинул в него ультрабол, словил Вульпикса. Это как? Я отвечаю, он был со мной в бою, я кинул ультрабол, словил Вульпикса. В бою с... Это нормально, это аномальные покемоны. В бою с Бульбасавром. Я вообще охренел такой, чего это? Блин, у меня френдболов мало. И Иви. Так охота поймать Иви. Слушай, я нашел Иви босса. Да. Иви босс, желтый. Убивай. Конечно убью. О, Ватерстон. Так, Dragon Rage. Только он 85-й левел, но, блин, у меня Черезап дохлый. У меня все дохлые. Я не знаю, кем я его убивать буду. Вот это офигенно. В зимнем биоме это вообще легко находить, вот эти штуки. Капут легко. Не знаю, мне в лесу много нашлось. Так. Офигеть. Я ее, походу, еще не убью. Что-то серия уже, наверное, затянулась. Да, но тут босс. Так, давай я тебе топернусь. Так, я не могу, я сейчас в бою, я сразу выйду. Да, сейчас приму тебя. Что-то... Пропиши пока кол. Угу. Так, чтобы я сразу вышел. Она на меня какие-то чарм юзает. О, новая клава, хрен пропишешь счёт-то. Так. Пока что выношу 85-й левел Иви. Офигеть, первый раз вижу такую. Чаще пока еще не принимай. Так я еще не могу. Я еще в бою. Я еще две штуки нашел. Еще один Thunderstone, еще Firestone нашел, капут.
Вот в зимний биом это вообще добра куча. Еее, я убила. Че выпало? Ух, охренеть, че выпало. Флэш кэнон, флэш, френдбол, хэвибол, скалт, дайвбол, парализ хил, дайвбол, премьербол, флеймфроуэр. Ну норм. Пока еще не принимай. Так, давай, когда скажешь, просто мне места нету, чтобы ты ТМ-ки подобрал хотя бы. Вот. Ща еще одну штуку нашел. Ну все, все, повыбрасывал. Пока там еще есть Тиви, пойду попробую поймать. Угу. Так, кинул. Да как так-то сквозь них прямо пролетает покеболы? И ломается об них. Ты посмотри. Какой? Еще один Тандерстон, сдуреть. Я боюсь, сейчас что-то выкидываю, сейчас, как обычно, удаление предметов пройдет. Так, ну что же. Да опять! Ну что это за дела-то такие? Походу, сегодня Иви решила быть не моей. Мутки. Так, сейчас поищем его. 99 предметов удалено, пока я ловил Иви. Ё-моё. Последняя Иви. У меня покеболов почти нет. Мастербол тратить как-то неохота. Помню, у меня такая хрень была. Когда я умер, и... Умер, и сразу же через 3 секунды все предметы удалились. Угу. Это вообще обидно. Не, ну я прибежал, и там мои вещи были. Я не знаю как, но они там остались. Нет, а тут Иви, которая ловилась, и все, что с ней связано, там я чинил покебол, он тоже... Уф. Упал. Ладно, пока есть некоторые. Сейчас какие-нибудь левел болы кину. Премьер бол кину. Все кину. О, еще такую штуку нашел. Ты говорил, там у тебя ультраболы есть? Ну да. Сейчас я вот тут кинул какой-то вроде. Ах ты. О, Иви проклятая. Мунстоун нашел. Мунстоун я тоже нашел. А вот Иви не могу поймать. Ужас. Да, этот покемон бесячий, капут какой. Это вообще ужас. Я сейчас, походу, все кроме мастерболов потрачу. Так, тебя призывать, нет? Да, давай. Так, только одна Иви осталась, к сожалению. Так, пропиши еще раз, потому что тут скорпиончик последний прописал. Угу. Вот она, вот она. Психованный покемон. Блин, во что ж тебя поймать-то? Сколько болов уже потрачено? Вот, может быть, в этот поймается? Да-да. Уже все. Все, уже и серию заканчивать надо. Она все портит. Да. Ужас какой-то. Просто ужас. Кинь парочку, пожалуйста, покеболов. Если не трудно. На пару ультраболов. Пару. Спасибо большое. Сейчас. Это ж. Не, блин, мы... я мастер бол. Нет. Я случайно. Ну сейчас уже 100% словишь. На, слушай. Я поймал их. Это жесть. Ой. Тандерсон нужен? Да, у а, меня у есть. Тебя есть, у тебя есть. Да. Так, ну что, давай заканчивать тогда. Да, в принципе, давай в серии уже, не знаю, полчаса, наверное. Полчаса нет, ну, не знаю. В принципе, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Наверное, мы потом еще сыграем пару серий вместе. Да, как-нибудь, когда будет возможность. Всем еще раз спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Да-да. Ссылка, как всегда, будет в описании на Леху. И всем удачи, всем пока. Пока.